убачить самое головное и интересное, профессионально рассказать об убаченном и нести отказность за свои слова. Быть журналистом совсем не просто. Тем больше приятно стать переможцем областного журналистского конкурса. Сярод номинантов, около 80 журналистов и больше 30 редакций, у Аргкомитета кажуть, что выбрать лепших было непросто. У каждого есть свои достижения, причем на самых разных уровнях. Гомельские ведомости, владельник «Золотой литеры», телерадиокомпания «Гомель», телевершины, «Гомельская правда», «Золотого пера», плюс на протягу опошнего года диплом переможца республиканского экологического конкурса «Орельского дня проза» и международного славянского скрижования у лоевских журналистов. На вот у невеликих районах при профессийном подходе завсёды можно знать темы, какие затекавить читачоу. Конечно, темы не настолько глобальные, наверное, как это может быть на уровне республиканской газеты или даже областной газеты, но тем не менее, вот в нашем маленьком районе эти маленькие темы, они интересны каждому. Поэтому сегодня что-то произошло, например, достигли определенной ступенечки в каком-то экономическом показателе, и это уже для нас хорошая новость, и это мы уже пишем, чтобы все наши люди знали. Кармянская газета «Зара над сожем», до речи, все это так само сярод лепших. У ее диплом третьей ступени, а прочатого у лику переможцев, речский дня провиц, гомельская правда, первый городский телеканал «Гомеля», сярод 9 лепших журналистов и головный редактор телерадиокомпании «Гомель» Алена Василюк. За нашим словом «будни», за нашим словом «життё» – это слово с гимна гомельских журналистов. Сегодня только у державных СМИ, у регионе працуют около 200 корреспондентов, але незалежно от формы власности выдания, головное потребование для всех профессионалов. Журнализм, объективность и отказность. У речи, как стать соправдным журналистом, недостатково просто нечто написать. Пишут все, как говорят, кому не лень, не анализируя какие-то процессы, нося даже какую-то смуту, я бы сказал. Ответственность – это очень важно для нашей профессии. Это самое главное. И, конечно же, профессионализм. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».